Всем привет! Продолжаем наш нон-стоп, да? Нон-стоп день вебинаров. И следующая тема – это программа Керама Маратс 3D. Я начну представляться. Меня зовут Елена, я руководитель группы по сопровождению клиентов компании Керамик 3D. Сегодня я вам расскажу новый функционал программы Керама Маратс 3D, который появился совсем-совсем недавно. Называется он «Интерьер под ключ». Данный функционал и данный модуль позволяет вам строить многокомнатные помещения и плюсом в ассортименте обои. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, раз с плиткой вы работаете всегда, обои – это новый ассортимент, новое направление в работе. С обоями в программе Керама Маратс 3D можно делать все, что угодно, точно так же, как с плиткой, то есть воплотить любую задумку дизайнера и мечту клиента. Во-первых, обои можно совмещать между собой разные коллекции. Во-вторых, обои можно совмещать не только разные коллекции между собой, но и с плиткой, что я вам сегодня продемонстрирую. Это и лепнина, и передача мультиматериала. Обои у вас также настроены. Работа с бордюрами, да, совмещение вертикальной укладки, расклейки. Будем переходить и учиться, да, говорить на обойном языке, с горизонтальной. Точный расчет обои точно так же, как и плитка, считаются абсолютно точно. Я не побоюсь сказать этого слова, обойный калькулятор у нас самый совершенный, который сейчас находится на рынке. И потом, когда мы обои посчитаем, я скажу, почему наш калькулятор считает точнее, чем человек вручную считает это там просто исходя из площади, а потом в итоге занимается аппликацией, да, за шкафом, либо под батареей из огрызков это все делает. И, конечно же, это модуль визуализации. Кстати, здесь есть QR-код, если кому-то интересно, с телефона сейчас откройте и посмотрите, как панорамку можно посмотреть у себя в телефоне. Разница, конечно, существенная, когда мы предлагаем с рендером и когда мы предлагаем без рендера. Это и ваша удовлетворенность, да, как дизайнера, то, что вы сделали, увидеть так, как он будет в живом интерьере. Ну и, конечно, клиенту гораздо проще и легче принимать решения, когда все это является с эффектами глянцевости, матовости и текстуры. Ну что, появилось у нас такое окно, как планировка. Теперь в данном окне мы можем задавать толщину стен. Толщина стен очень важна при расчете материала. А далее, когда вы выбираете инструмент «Стена», здесь, в принципе, все то же самое, что вы рисуете инструментом линии. Да? Просто задаем направление в программе, прописываем размер комнаты. Привязки нам помогают быстро, успешно работать. Кстати, есть возможность, если клиент пришел с чертежами, делать чертеж как фоновое изображение. Если вам это интересно, можете записаться на обучение. На обучении мы вам расскажем, как просто обводить чертеж стеной, не прописывая размер. А вот сейчас самое интересное, я построила одну комнату, и сейчас я добавлю вторую. То есть раньше этого сделать было нельзя. Кроме этого, мы задаем высоту нашего помещения. И раз этот модуль, это не только модуль многокомнатности, это модуль многоэтажности, я добавлю второй этаж. Второй этаж точно так же прорисовывается, как и этаж первый. Да? Построим что-нибудь интересное. Работают привязки. Привязки нам помогают быстро работать с клиентом. Угу. И построим внутри перегородки, внутренние стены. Толщину, кстати, можно варьировать. Да? Я тут одну толщину стены, но вы знаете при работе, что толщина перегородок может быть абсолютно разная внутри даже одного помещения. Так что, если есть такая необходимость, перегородки и толщину можно переключать. Так как у вас есть в наличии плитка и балконная, мы с вами не только помещение выстроим, мы еще и выстроим балкон. Выбираю стена.
Горячие клавиши переключают толщину слева, да, справа у меня была толщина стены, сейчас я сделала слева. Все, наше помещение готово. Далее все привычное мы просто завершаем. Скрыть. Вот такое двухэтажное помещение у нас с вами появилось. Небольшой коттедж, либо просто двухуровневая квартира в современных строениях, в современных зданиях. Конечно, на этапе нам сейчас нужно будет с вами установить объекты и сделать, да, там облицовку плиткой, расклеить обои. В таком режиме работать не очень удобно, поэтому мы можем отключить второй этаж и для ванны, например, сделать комнату активной. В режиме активной комнаты работать легко и просто, а далее переходим к расстановке объектов. Далее. Всегда у вас, например, в продаже нет, да, там, диванов, телевизоров и так далее, для чего их нужно ставить. Но раз модуль у нас называется «Интерьер под ключ», раз мы предлагаем, мы начали продавать обои, то, следовательно, без объектов никуда. Да? Если человеку построить помещение с голыми стенами, без объектов и просто разложить обои, думаю, что... Не все и примут решение, да, что эти обои нужно купить, точно так же, как и керамогранит на пол, либо кухонный фартук на стену. Да? Расставлю объекты. Кстати, обратите внимание, вместе с дополнительным множеством красивых объектов у вас появились и источники света. Источники света, настроенные дизайнерами, опять же, облегчена работа по настройке модуля визуализации. И переходим к еще одному новому функционалу в интерьере под ключ. Это обои. Обои керамомарации добавлены в каталог и присутствуют все точно так же, как и плитка. Но с обоями работает гораздо проще. Просто выбрали обои нужные нам, зажали левой клавишей мыши и перенесли. Обои у нас оклеились. Обои, кстати... Так, отлично, обои уложили. Если желаем сделать акцентную зону, выбираем компаньону, выбираем декор. Точно так же перетягиваем. Начать новую укладку. Я хочу, чтобы она была у меня на одной стене. Завершить. Когда в режим 3D с вами зайдем, прогуляемся, да, по нашей комнате, вы увидите, что текстура обоев хорошая. И очень хорошо показывает так, как обои выглядят в жизни. Так, интерьер готов. Чего у нас не хватает? Не хватает дверей, да? Не установила ни одну дверь. Заходим, кстати, по дверям. У вас тоже появились много новых моделей дверей. Давайте я вам покажу. Вот у вас есть привычный каталог, который называется «Керамомарацци» был, и появилось такое еще название, это под интерьер под ключ, называется «Общий каталог». В общем каталоге есть современные двери. За годы работы в программе «Керамомарацци» вам, наверное, объекты уже чуть-чуть поднадоели, старые, и ура, много новых классных объектов в программе у вас появилось. Так, установим одну дверь. Делаем. И еще одну дверь установим в кабинет. Обратите внимание, что те двери, которые вы раньше использовали, да, и которые были у вас, только они и были, вам нужно было сначала установить дверь, потом вам нужно было поместить данную дверь отдельно в проем, либо в нишу. Эти двери умные, во-первых, они подстраиваются под толщину стены. Да, я не меняла глубину, но хотя размеры дверей, конечно же, можно поменять. Не нужно отдельно для них делать проемы. Дверь сквозная, видна и в одной, и в другой комнате. Даже если вы будете рисовать в тонких стенах, привычно, да, просто через прямоугольное помещение, данные двери тоже не нужно помещать ни в проем, ни в нишу, они сразу адаптируются. Ну, проект построили. Переходим к интерактивной прогулке. Для чего мы клиенту строили это помещение? Для того, чтобы прогуляться и показать не просто отдельные проекты, а посмотреть, как все материалы, которые мы использовали, сейчас выглядят в помещении. Так, мы с вами в ванной. У нас шикарный вид на зиму. Гуляем. Двери у нас не только подстраиваются, да, и с проемами, двери у нас еще и открываются.
Это очень важно для маленьких помещений, чтобы рассчитать, да, объекты у нас вообще все входят или нет. Теперь у нас закрываются. Вот наша замечательная кухня-гостиная. Обои. Можем прогуляться по второму этажу, подняться по лестнице. Вот у меня такой лифт. Пройтись в кабинет. То есть, что вы сейчас делаете? Вы показываете клиенту, как выбранные им материалы отделочные сразу в всем интерьере, как они вместе, совместно сочетаются. И шикарный вид на наш балкон с панорамными окнами. Расчет. Рассчитаем все материалы. То есть мы не только прогулялись. Вот у нас фотография получилась. Я сейчас растяну, чтобы каждый видел. У нас теплое освещение, поэтому плитка у нас такая под теплым освещением, как и в жизни, выглядит, да, немного по-другому. Но, опять же, это правда. В вечернее время можем, кстати, показать плитку не только в вечернее время, можем сделать и дневное освещение. Сейчас я немного добавлю света из окна и кликну на глаз. Дождемся тогда сначала, как получится фотография, а потом с вами перейдем к расчету, чтобы ничего не пропустить. Фотография второй раз сцена сохраняется, и знаете наверняка, что она гораздо быстрее обрабатывается уже. Кстати, скажу, что после этого вебинара, не сразу, а через час будет вебинар по твой интерьер. Обязательно посетите, я думаю, вам будет интересно. Вот тот же самый проект, та же самая плитка, да, фотография, только уже при дневном освещении. Нравится? Мы привыкли, что плитка считается. Кстати, в новой версии программы все оценили, у вас добавились арабески. Теперь арабески, шаблон не нужно создавать вручную, у вас добавились шаблоны. Кто увидел арабески, кто не увидел, порадуйтесь, обязательно посмотрите конструктор шаблонов. Шаблон для арабесок сделан. Нам не нужно создавать их. Хочу показать, как рассчитываются обои. Единственное, что в обоях нам нужно выбрать, это метод расчета. Метод расчета в обоях может быть с рапортом, может быть без рапорта, но сейчас у нас обои таким образом, да, строятся, что без рапорта практически не бывает. Программа сама задает ширину рулона, длину рулона и заранее прописан рапорт. То есть вам, грубо говоря, делать ничего не нужно. Смета автоматическая и не требует ничего дополнительного, даже если вы что-то не продаете, даже если вам не нужно. В качестве клиентского сервиса, раз от вас никаких действий дополнительных не нужно, я считаю, что нужно все 26 листов отдавать. Выслать на электронную почту, почему нет. Итак, первое – это состав проекта, потом у нас идет вид сверху, вид сверху второй этаж, обмерные планы. Что появилось, это площадь, да, квадратура комнат, чего так не хватало. Обмерный план второго этажа, план пола с раскладкой керамогранита. План расстановки мебели, ну, как бонус, да, если мебель не продаете. Так, план расстановки мебели второй этаж, план расстановки сантехники, это нам уже интересно, так как сантехника в продаже у нас есть. Можно тут, кстати, все подвигать и сделать красиво. План освещения, как бонус, раз мы поставили источники света. План дверей. План отделки стен. Обои. Плитка плюс обои. Да? Рейки даже показаны. И итоговые ведомости. Сейчас в итоговую ведомость у нас не вошла сантехника, все от того, что я брала ее абстрактную. Если вы поставите сантехнику из каталога «Керамомарация», то, конечно, в итоговой ведомости у вас еще и выйдет сантехника. Артикул и позиции, которые вы проставили. И полностью подсчитанная ведомость второй этаж. Резюмируем все, что я вам сегодня показала, все, что я сейчас показала.
То есть, что позволяет программа, каким она функционалом, особенно новые функции, обладает? Вы разрабатываете дизайн-проект клиенту сейчас не просто одной комнаты, а разрабатываете дизайн-проект под ключ. Вы создаете помещение по точным размерам, но что и было раньше. Появилась возможность совмещать в одном проекте плитку и обои. Вам не нужно считать вручную, все за вас делает программа, причем очень быстро и точно, да, что немаловажно. Конечно же, тем самым вы увеличиваете средний чек за счет того, что вы сразу все помещение продали керамогранит и на балкон, да, и на второй этаж, возможно, там еще и на лестницу. Да. Автоматическая подробная смета и, конечно же, это создание фотореалистичного изображения. Вот дизайн-проект квартиры от 15 минут. 15 минут – это если бы мы так построили с вами, ну, две комнаты. Сейчас я построила два этажа. Это заняло, наверное, где-то минут 20, да, может, 25. То есть сейчас не нужно 3 часа рисовать 9 комнат. Думаю, что с модулем, да, многокомнатности и интерьер под ключ вы бы справились гораздо быстрее с этой задачей. Ну и, конечно же, что получает наш любимый покупатель? А покупатель как раз-таки получает комплексную разработку дизайна. Это обмерные планы, готовые схемы укладки, точный расчет и возможность оценить будущий интерьер, то есть такую машину времени. Да? И еще один модуль, про новинку, которую я бы вам хотела рассказать, это VR Light. Вы наверняка слышали, у некоторых магазинов есть, это виртуальная реальность. Для модуля VR Light это модуль с телефона, да, вам нужно всего лишь подключить его, также можно подключить, попробовать, скачать бесплатное приложение на смартфон. Эти приложения можно либо в App Store, либо в Google Play себе скачать, есть в общем доступе, вставить смартфон в специальный шлем и запустить, да, нажать на кнопку «Очки», и клиент появится, да, в своей будущей комнате, еще и сможет там на 360 градусов покрутиться, повертеться. Желаете попробовать, тоже оставляйте заявки. Вообще виртуальная реальность – это мой такой самый любимый продукт. Это прямо классно. Я видела реакцию клиентов. Все всегда очень довольны вот так вот по своей квартире походить. И не просто плоское изображение, да, увидеть, а именно быть внутри своего помещения. Что вам нужно сделать, если модуль понравился? Мы можем подключить вам на пробный период. В это время мы можем обучить вас всему, как использовать. Для этого просто ставьте свое имя и номер телефона. Специалисты с вами свяжутся, запишут на обучение. Так что оставляйте заявки. После обучения, после пробного демо-периода вы решаете, нужен вам, не нужен. И по всем вопросам дальнейшего использования вы уже обращаетесь в керамоцентр. Вопрос? Понравился новый модуль, новые функции? Если вопросов нет. Я скомментирую как новичок. Я под очень большим впечатлением возможности программы. Мне кажется, что наличие этой программы очень поможет нам в работе с клиентом. Действительно, производит огромное впечатление. Все проработано, очень качественно. Я нахожусь под большим впечатлением, несмотря на то, что я человек новый и эту программу еще не освоил. Но есть огромное желание владеть этой программой, потому что действительно она дает большие возможности и наверняка поможет нам увеличить продажи, показывая материал должным образом нашим покупателям. Отлично, спасибо большое, Станислав, за отзыв. Да, после обучения еще, конечно, я тут показала, да, на вебинаре немного функций, да, всему вас обучим. Спасибо большое. Вам спасибо. Всем огромное спасибо за внимание. Да, будем работать. Я думаю, что еще не раз увидимся, услышимся. Если такая форма предоставления материала, как вебинары, вам интересна, то мы будем для Керамума рады проводить их чаще. Всем удачного дня. Я с вами на сегодня прощаюсь. До свидания.